говорила, что российские журналисты почему-то решили, что это болгарские гимнастки и болгарские специалисты были заинтересованы в том, чтобы случилась эта дисквалификация. Она пыталась убедить, что это совершенно не так, и что действительно все переживают отсутствие на турнирах Алины Кабаевой и Ирины Чащиной. Симона Петьева очень стабильная гимнастка. Таких крупных потерь, как были вчера у Тамары Ерофеевой, даже у Ляйсан Утяшевой, у нее на крупных турнирах практически не было, разве что запомнился момент на Кубке Дерюгиной на самом первом старте прошлого сезона, когда она уронила мячик, и он укатился под стол судьям. Продолжаю тему о дисквалификации. Я вчера рассказывала о том, что срок на 2 года, на год показался странным, потому что, в принципе, существует...